дорогие гости, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на грандиозном мероприятии, которое носит название «Открытый кубок Северо-Кавказского федерального округа по волейболу среди команд высших учебных заведений памяти Алиева Ахмеда Изиевича». Я думаю, это заслуживает отдельных аплодисментов. Организаторами турнира выступает Министерство спорта Республики Дагестан. Федерация волейбола Республики Дагестан. А также Дагестанский государственный университет. Дорогие друзья, мне бы хотелось добавить пару теплых слов об этом замечательном человеке, в честь которого и состоится сегодняшнее мероприятие. Алиев Ахмед Изиевич родился 20 октября 1955 года в селе Кадар, Буйнакский район Дагестанской ССР. Доктор экономических наук. С 1987 года декан факультета торговли. С 1988 года председатель правкома Дагестанского государственного университета. Академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Член двух ученых советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Действительный член Международной академии информатизации. С 1992 года председатель комитета по управлению имуществом. С 2001 года первый заместитель главы администрации города Махачкала. Автор 54 научных работ, 7 монографий, а также 100 публикаций. Память об этом замечательном и выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах. Уважаемые гости, уважаемые друзья, давайте поприветствуем участников открытого кубка Северо-Кавказского федерального округа по волейболу среди мужских и женских команд высших учебных заведений памяти Алиева Ахмеда Изиевича. Майкопский государственный технологический университет, мужская команда, город Майкоп. Мужская команда Чеченского государственного педагогического университета, город Грозный. Мужская команда Петербургского государственного университета, город Петербург. Мужская и женская команда Астраханского государственного технического университета, город Астрахань. Мужская и женская команда командира Болгарского государственного университета, город Нальчик. Женские команды Дагестанского государственного университета, город Махачкала. Ну что ж, дорогие гости, я надеюсь, что мы не пожалеем еще один аплодисмент в радости участников сегодняшнего мероприятия. Ну а теперь, дорогие гости, для приветственного слова и для приветствия всех участников слово предоставляется ректору Дагестанского государственного университета профессору Рабаданову Муртазали Хулатайдичу. Спасибо. Дорогие участники, спортсмены, дорогие зрители, болельщики, гости, я хочу прежде всего вас поприветствовать. Дагестанском государственном университете. И хочу спортсменам пожелать, чтобы вы самыми добрыми, самыми приятными впечатлениями приехали.
Я хочу пожелать вам, я хочу пожелать вам положительных эмоций, я хочу пожелать вам, чтобы вы остались на новом результате и той игрой, которую вы сможете показать в вашей дистанции. Я хочу пожелать, чтобы победил сильнейший. Мы очень рады этой командой, это же команда, которая у нас были и на прошлом, Я вижу новую команду Астраханского государственного технического университета, с которым я очень давно дружен, давно у нас не был. Я очень рад, что мужская и женская команда. Ведущий уже озвучил, что мы решили это традиционно, уже ставший у нас кубок баскетбола, да, там случай с участием и его, посвящен Ахмедзиевичу, он перечислил стадионы. Но он забыл сказать, что Ахмедзиевич был очень большим любителем волейбола. У нас здесь группа здоровья и преподавателей, но Ахмедзиевич был одним из создателей и одним из игроков, которого он поддерживал и своими эмоциями, и своей дисциплинированностью, потому что он старался не пропускать ни один день, когда играли команды. Он был абсолютно наш университетским человеком. Я очень рад, что сегодня здесь присутствует его сын, его брат, очень сильный, который связан с нашим университетом. Я очень рад, что здесь присутствует большая делегация нашего народного собрания. Я очень рад, что здесь присутствует Магомед Исаевич, который очень близко дружит. Председателя комитета народного собрания, начиная от Сурджа Бековича, который другом был Ахмедзиевича, его сельчанин, земляк. Я думаю, что при традиции волейбола, которые у нас в университете сложились, он с тех времен, когда Ахмедзиевич и играл, они дают те факты, которые сейчас мы имеем. Наша команда достаточно сильные методы долго. Они не очень гостеприимные, до этого они все время побеждали. Я думаю, что этот раз тоже они, конечно, постараются быть не гостеприимными. Но я желаю, чтобы победили сильнейшие. Девушкам тоже успехов наших. Всем спортсменам успехов. Всем болельщикам яркой игры и положительной работы. Здоровья, успехов всем. Слово предоставляется первому заместителю председателя Народного собрания Республики Дагестан Левицкому Юрию Андреевичу. Дорогие друзья, разрешите мне от имени Народного собрания, парламента нашей республики, от имени всех депутатов сердечно приветствовать участников и гостей турнира памяти Алиева Ахмедзиевича, общественного и политического деятеля, заслуженного человека, патриота Дагестана и нашего друга. С Ахмедом Изиевичем меня связывают долгие годы дружеских отношений. И в то время, когда он работал в Дагестанском государственном университете, здесь он был заведующим кафедрой, доктор экономических наук, профессор. И когда он работал в администрации города Махачкалы, Ахмед Исаевич был очень таким активным, энергичным, настойчивым руководителем, высокопрофессиональным руководителем. Он в первую очередь очень требовательно всегда относился к себе, а затем к своим подчиненным. Вместе с тем он очень чутко относился, с большим вниманием относился и к своим работникам, и к своим друзьям, и к своим родственникам. Ахмед Исаевич оставил добрую память о себе. И здесь присутствует его сын Изи Ахмедович, который перенял лучшие качества своего отца. Он является достойным сыном своего отца. Он наш коллега, сейчас депутат народного собрания нашей
республики. Мне хотелось бы поблагодарить, конечно, и Изия Ахмедовича, поблагодарить всех, кто причастен к организации вот сегодняшнего замечательного мероприятия. Потому что мы знаем, что Ахмед Изиевич очень любил спорт, сам занимался спортом, поддерживал спортсменов, поддерживал проведение вот таких мероприятий. И я уверен, что сегодняшний турнир будет успешным. Я хотел бы пожелать всем присутствующим, всем участникам, всем гостям, в первую очередь, крепкого здоровья, всем вам дальнейших успехов, благополучия и всего самого доброго. Спасибо. Слово предоставляется первому заместителю министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Салаутдинову Зайналу Махмудовичу. Добрый вечер, салам алейкум, уважаемые участники. Позвольте мне поприветствовать вас на этих мероприятиях. Они очень значимые для нас, особенно для меня. И вы знаете, по долгу службы мне приходилось принимать участие во многих республиканских, российских, международных мероприятиях и даже на Олимпийских играх. Но сегодняшний мероприятие для меня очень дорого. Я здесь присутствую с большим желанием. Потому что турнир, который проводится в памяти Олега Ахмедзеевича, это дань уважения великому дагестанцу, великому ученому, человеку, который сделал многое для развития науки и спорта в Республике Дагестан. И поэтому я хотел бы сегодня от вашего имени, от имени всех спортсменов Республики, поблагодарить семью Ахмедзеевича, руководство Дагестанского государственного университета, Народное собрание Республики Дагестан, которые оказали поддержку и внимание этому нашему турниру. Я хотел бы сказать про Ахмеда Зивича, что он делал очень многое для подготовки молодых специалистов. Один из моих учеников, который учился в Дагестанском государственном университете, призер Олимпийских игр, он стал самым молодым кандидатом экономических наук в Республике в стране. Ему было всего 22 года. И это было благодаря Ахмеду Зивичу, который профессионально опекал его, занимался всем персональным и довел до такого уровня. Еще раз хочу выразить благодарность организаторам Федерации волейбола Республики Дагестан, всем, кто принял участие в этих мероприятиях. А вам, ребята, хочу пожелать здоровья, хорошей учебы и высоких результатов на спортивной арене. Спасибо. Спасибо за внимание. Слово предоставляется руководителю Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Исаеву Магомеду Исаевичу. Ассаламу алейкум. Уважаемые гости, приглашенные, друзья покойного Ахмедзеевича. Немало мы, наверное, на этом будем говорить ковре, как в зале под лили. Соревновались, это для меня был очень близкий друг. Группа здоровья он возглавлял. Вот как 20 лет, как нашего близкого друга с нами ехали, память осталась. Не оставаться память, она никак не может, потому что Ахмед это был для друзей настоящий друг, для работы настоящий организатор, начиная в 80-х годов. В университете работал деканом, комитете комсомола, работал в правкоме, дальше работал в администрации города, руководил доктор экономических наук. То, что связано с Ахмедом, это святое для Дагестана и для близких друзей. В самом деле, очень благодарен сыну, настоящему мужчине, который сегодня с нами рядом и работает, и делает, чтобы тот имя, которое было отца, чтобы она не погасла, чтобы она каждый год, чтобы она продолжалась. Ради этого должны мужчины жить, сыновья не должны забывать истинных патриотов, истинных друзей и мужчин этой жизни. Хочу пожелать вам сегодня, чтобы сильнейшие, чтобы выиграли, чтобы не было никаких обид, чтобы судейство было справедливое. И самое главное, из Дагестана, когда уезжали, чтобы оставили огромное желание еще раз возвращаться в Республику Дагестан. Вам удачи всем. Слово предоставляется родному брату Ахмеда Изиевича Алиеву Шапи Изиевичу. Салам алейкум, добрый вечер.
дорогие друзья, сердечно приветствую всех организаторов и участников открытого кубка СКФО по волейболу среди мужских и женских команд. Я очень благодарен, что память об Ахмеде Зиевиче живет много лет. Он был не только выдающимся ученым, политиком, и, как сказал Юрий Андреевич, он очень любил спорт, в частности, волейбол. Желаю всем участникам турнира удачи, успехов, командного духа. Волейбол является командной игрой, бодрости и спортивных достижений. Спасибо. Спасибо нашим дорогим и уважаемым гостям. Ну а теперь, уважаемые гости, внимание на флаг. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Сегодняшнее мероприятие также имеет концертно-развлекательную программу. И сейчас вашему вниманию хореографический ансамбль «Сарыкум». Перепляс. Команды попрошу пару шагов назад. Thank you.
Софья Адлакова. И вновь на нашей импровизированной сцене ансамбль «Сороков», композиция «Дети Каспия». Все-таки вы элита дагестанского волейбола, вас все знают. А по сегодняшнего турнира памяти Алиева Ахмедаизиевича, что можете сказать? Это прекрасный турнир, организованным Федерацией волейбола, Министерством спорта Республики Дагестан, Дагестанский государственный университет, где трудился наш покойный Ахмедаизиевич, который в свое время был президентом Федерации волейбола университета. Он организовал здесь группу ветеранов, сам любитель волейбола, прекрасный человек, память у него.
ребят, я считаю, что это очень хорошо, он был достоин этому, он много вкладывал в эти волейбол в Республике Дагестан. Я думаю, что в нынешней тяжелой ситуации, времена, вот такое объединение, дружба необходимо на сегодняшний день. Приглашать наших гостей, близких соседей по нашему региону. И она укрепляет дружбу, развивает волейбол. Вообще можно сказать, что в последнее время такие турниры очень стали популярными. Мы стали их часто проводить. И это то развивает волейбол. Его делает более такой интересным, привлекательным. И как выйти, есть посетители, есть любители волейбола. Я думаю, что мы на правильном пути, будем по этому пути и идти. Удачи вам! Спасибо. Хочу выразить благодарность Министерству спорта Республики Дагестан, ректору Дагестанского государственного университета, всем причастным к организации этого мероприятия. Поблагодарить участников, гостей, участникам соревнований, пожелать удачи, успехов, пусть победит сильнейший. Спасибо. Вам тоже удачи. Сегодняшнего турнира, как проходит турнир? Добрый день всем любителям волейбола. Вот три дня во дворце спорта Дагуз университета проходит великолепный турнир среди женских и мужских команд высших учебных заведений, открытый кубок СКФО, которые к нам приехали и женские, и мужские команды из других регионов. По качеству игр и по азарту этот турнир можно поставить наравне с любым другим турниром. Очень зрелищные, хорошие игры. Также хочется отметить всех организаторов, всех родственников нашего покойного Ахмеда Изиевича, в честь кого памяти мы проводим данный турнир. Спасибо большое всем родственникам, сыну, братьям и всем, кто поддержал проведение данного турнира. А были какие-нибудь спорные моменты? Спорных моментов не было. Если такие возникают, мы моментально решаем такие проблемы на таком уровне, где играют профессиональные команды, не могут быть спорных моментов. Удачи вам! Спасибо большое, вам тоже удачи. Так, дорогие друзья, идет финальная встреча между командами Дегео город Махачкала и Налчик. Команда. Налчикский государственный университет. Дагестанский государственный университет, налево команда государственный университет. Финальная встреча на подачу.
памяти Алиева Ахметзеевича. Шесть четыре впереди ДГУ. Чеченцы никогда играли в этом подарке. Дагестанская команда. Вот так. Болельщики черного ДГУ, около 2000 человек, по-моему, студенты ДГУ. Что-то мало болельщиков здесь. Болельщики смотреть, да, его. Ну, мало, но болеют. We'll be right back.
Кубок СКПО по волейболу среди высших учебных заведений памяти Алиева Ахмеда Изиевича. Результаты интереснейших и зрелищных игр. Среди женских команд третье место заняла команда Кабардино Балкарского государственного университета. Так, фото на память. Девушка, ты назад иди, он так. Пардон. Так. Thank you.
игрокам, отличившимся в своем амплуа. Среди женских команд лучшим защитником признана Фатима Магомедова. На курсу медалисты. Сестра пусть увидит меня. Приглашается друг Ахмеда Изевича Алиев Сурбай Абдулгамидович.
Спасибо.